С 21 ноября по 30 ноября 2016 года на территории Республики Башкортостан проходит профилактическое мероприятие «Должник». Выявлять должников отправили судебные приставы, участковые и сотрудники ГИБДД. Одни искали неплательщиков по месту жительства, другие отрабатывали транспортный поток на улицах города. Данное мероприятие проходит совместно с Кумертауским отделом судебных приставов. И водители, соответственно, проверяются не только по штрафам в ГИБДД города Кумертау, но также и по базам данных судебных приставов. У большинства жителей разные причины неуплаты долгов. Кто-то хотел заплатить, но не успел, а кто-то и вовсе не знал о своих долгах. За время акции сотрудники ГИБДД и приставы проверили 500 человек. 15 из них числились как должники, которые вовремя или вовсе не оплачивали штрафы, кредиты, алименты. Двое граждан, проходящие по базе АИС судебных приставов, долг удерживался с пенсии. На данный момент на территории города Кумертау сотрудниками ГИБДД выявлено 15 фактов неуплаты административного штрафа, составлены протокола по части 1 статьи 20.25 Кодекса административных правонарушений. Данные материалы были рассмотрены мировым судом города Кумертау, по которым были вынесены постановление о наложении двукратного размера штрафа. У одних долг 45 рублей, у других 45 тысяч. Если сумма небольшая, то вручали предписание с требованием оплатить. Злостных неплательщиков ожидал арест имущества. По Кодексу административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена ответственность частью 1 статьей 20.25, санкции которой предусмотрены двукратный размер неуплаченного штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы. Как показывает практика, после проведенных рейдов граждане более активно начинают оплачивать в добровольном порядке долги по исполнительным документам. Водителям напомнили также о необходимости своевременной оплаты имеющихся задолженностей. Сейчас появился дополнительный стимул, и у правоохранителей действует отнюдь не новогодняя, но постоянно действующая скидка. В качестве рекомендации хотелось бы посоветовать водителям своевременно оплачивать штрафы, поскольку действует закон о 50% скидке, если штраф оплачен в 20-дневный срок с момента вынесения постановления. Акция «Должник» регулярная. В ближайшее время приставы и полицейские еще не раз выйдут вместе на дороги города, чтобы напомнить гражданам о наличии задолженности. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».